вас маслины получатся, если вы послушаете, как приготовить мой секрет засаливания черных маслин. Всем привет, друзья мои хорошие! С вами снова я, Светлана Ата. В сегодняшнем видео я научу вас, как засолить правильно черные маслины. Друзья мои, в Турции все хозяйки занимаются этим солением. Я никогда не занималась, а уже второй год мне это понравилось, потому что они получаются очень вкусные. Посмотрите, я столько засолила в том году, что мне до сих пор вот осталось чуть-чуть, и они совсем не испортились. То есть самый простой рецепт, много говорить не буду, но получаются вот такие оливки. Так, мои хорошие, для этого вам надо 3 кило оливок, и 150 грамм соли крупной. То есть на 1 килограмм оливок мы берем 50 грамм соли. Очень просто, не надо заморачиваться. Зеленые нужно разрезать, замачивать в воде. Это мы просто так берем бутыль, наполняем, значит, в него маслины. Наполнила я вот так больше половины. Значит, засыпала вот так солью какую-то часть, но не всю. Вот так размешала, мои хорошие, и продолжаю заполнять бутыль. Бутыль заполнила, вот как раз вышло, получилось, посмотрите, 3 килограмма на 3-литровый бутыль. Добавляю оставшуюся соль, крупную соль пользоваться надо только. Вот так вот размешиваем, распределилась везде. Стряхивать надо вот так. Вот так потрусить надо, мои хорошие. Вы видите, вся соль проникла вовнутрь. Теперь что мы делаем? Секрет. Самое главное, закрываем. И вот так вот сбалтываем. Размешиваем. Друзья мои, дальше что мы делаем? Готово. Поставьте на кухне, на видное место. Как только вы зайдете на кухню, чай возьмете или водички попить, переверните вот так вот пару раз. И все. Делайте это постоянно, несколько раз в течение дня. Друзья мои, вот так вот маслины потом будут выпускать сок, и они будут солиться. Ну, по-моему, 2 недели, 3 недели. Когда сок вы увидите здесь, вы перевернете вот так, и сок выльется, и вы вот так вот чуть-чуть откроете крышечку, и вот этот сок вот так повернете, и вот этот сок постепенно выйдет, горечь. Вот сейчас вот у него должна выйти горечь. И вот так постоянно взбивайте. И все. Через 2-3 недели у вас уже, вы сами почувствуете на вкус, что горечь вся вышла. Больше от вас ничего не требуется. Пользуйтесь моим рецептом. Это проверенный рецепт. И вы будете кушать вот такие маслины. У меня уже сейчас ноябрь месяц начало. И они свеженькие. Так что их, мои хорошие, ну, хранить их надо в холодильнике, конечно. Я храню в холодильнике. Вот такой рецепт. Засолки маслин. С вами была Светлана Ата. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать от меня уведомления о моих новых видео. И вас ждет очень много интересного о жизни Амирсина, о турецкой кухне и о многих женских секретах.